несмотря на то, что она уже четвертая, и как бы накопился определенный перечень предметов в семье и одеяло в том числе, но одеяло была рада все равно. Одним пользоваться, ну, несподручно, времени уходит много, и поэтому, если будет следующий ребенок и опять будет в подарке одеяло, я опять буду этому пользоваться. Как угадать размер теплой вещи на вырост малышам, родившимся, например, весной или летом? Дарить одеяло, плед, комбинезон-трансформер, пеленки или вообще что-то другое? Однозначно, и это поручение правительства Российской Федерации, это должны быть отечественные производители, это должны быть наши курские производители. И мы мониторили, какие суммы в других регионах, ну, если там Москва, например, это в районе 10 тысяч, Белгородская область это 1500, у нас это будет 2500. Со следующего года мы планируем уже в бюджет внести средства, необходимые для реализации этой акции. Президент Российской Федерации, давая поручение правительству, подтвердил приоритеты детства, охраны материнства на территории нашей страны. Все те цели, которые декларируются и в майских указах, и в последующих национальных проектах. Чтобы не ошибиться, участники координационного совета попросили помощи у курян. На сайте «Действуем вместе» скоро разместят перечень возможных подарков новорожденному. И 2-3 недели будет идти голосование. Закупать будут оптом по соответствующим ценам, а потому, возможно, в 2500 уложится более широкий набор предметов.